Всем привет, ребят. Ну что, как всегда, вторая сторона доната, нестандартная. Посмотрим все на всех серваках, что есть у нас. Пооткрываем плюшечки, которые есть, акции, которые есть. Посмотрим, что на китайке у нас. Так, ну мы, как обычно, уже, наверное, на нашей основе, потому что это уже не твинк, это более чем твинк, скорее всего, даже основа. Ой, сори. Надеюсь, вы не оглохли. Поехали, посмотрим, что у нас тут за плюшки. Сегодня есть неплохие паки. Восьмые психощиты, ремочки, камешки. Как видите, я все забрал. Сегодня архидемон у нас есть. Ну, просто яблонские, вот типа, паки у них дополнительные дают. Вот 1000 смертушки дали, ну... На русском за один пак большой дают вам в кузнице, сейчас мы дойдем туда, 50 штук. Тут у вас дают 1000 штук, чтобы вы понимали разницу. И по сути тоже за один пак. Да, он там может дороже в два раза, но посмотрите, сколько здесь всего я собрал. Тут даже 10 баксов, это что у нас получается? 500-600 рублей вольт стоит, восьмая эмблемка ожога продается уже. Ну, в общем, трэш полный по сравнению с русским стримом. Говорю, с русским стримом, с русским аккаунтом. Это просто жесть. А вот такие вот у нас плюшки. Что на рынке еще продают интересного? Так, я не смог забрать. Вот еще у меня вторые сумочки. Я их не могу забрать. У меня перелимит. Перелимит по ресурсам. Видите, и кулаки не могу забрать. В общем, печально все. Так, а ну-ка. Ну да, у нас места хватает. А вот забрать мы не можем. Так, что я вам хотел показать? А, посмотреть хотел сумочки. Вторые, вот видите, у меня они в перелимит ушли. Чисто на ману будем продавать. Так, давайте откроем. Вот так вот даже изворотливость вытащили. Так. Так, так, так. Ну, такое, в общем, кучу всего повытаскивали. По рынку, ну, 1800 камней. И вот такие вот у меня уже эмблем хватает. Даже смысла нету. С камнями тоже не заморачиваюсь. Докачаю. Ну, вот, как видите, все по высшему разряду здесь можно собрать. Так. Ладно, поехали по акциям, посмотрим, что у нас тут есть интересного. Ту-ту-ту, каменка, никому не нужная. Я вот монетки собираю специально, 40 штук у нас накопилось под скидки, а вот акция очень кайфовая, можно интересные вещи будет повытаскивать. Так. Календарь я пропущу. Пак мы забрали. Вот смотрите, за покупку 2,5, точнее третий гифт у них идет 7800. Как наш большой пак вы получаете, вот просто жесть. Я могу вам сказать, ну так вот реально просто жесть. Так, чем мы там забрали? Гифт 3, 16800. То если взять большой пак, вы получите 10 рунок еще дополнительно. 2500 паков мы их не забрали, кстати. Я большой пак не забирал, по какое там оно число, сегодня 11. Ну то есть если забрать большой один пак, вы получите 10 рун. Так, pointer card, поехали, посмотрим. Так, тут у нас, как обычно, ничего не поменяли. Ну, давайте посмотрим на шанс. Как мы что-то вытащим интересное. Dead Drake. Вот тут ролик намного дороже. И карта Prime. Вот так вот. Давайте карточек наберем. Так, с этой акцией мы разобрались. Bingo Blast. Поехали, посмотрим, что тут дают. Ну, честно говоря, неинтересно даже ее играть.
По-моему, вчера играли, да, давайте пооткрываем. Всего лишь четвертый сет Ринки. Так, забрали мы это. О, ничего себе. Опа, забираем сейчас все плюшки, gold key. Честно говоря. Для начального аккаунта может быть, да. Так, стамина, квесты. Еще стаминка. Короче, такое себе. Так, поехали заберем. То у нас сейчас что-то пропадет. Ну, еще дополнительно получили ресурсы. Короче, мы перезайдем, и вот эти вот паки все пропадут. Вот это все пропадет, так что мы сейчас хотя бы кое-что заберем. Так, продадим немножко слизней. Что их дарить? Надо, кстати, еще предыдущие вернуть. Так, еще немножко 6 штук. Так. Так. С этим мы разобрались. Что там у нас осталось? Ну, вот эти вторые. Я их по-любому не заберу. Жалко, жалко, конечно, но они пропадут. Так. Так. Где там они у нас здесь? Максимум, что мы продадим. Ладно, подарим, все равно питомцев столько нету. Так, что у нас еще есть? Бинго Бласт были, алхимик. А, это на трату. Любое число, поехали. Сюда еще забежим и пойдем на следующий сервер. Я тут уже пару раз выиграл драконов обычных. Мултаника. Ну, пятерку. Точнее, не пятерку, сотку попадал. Тут шансов покрутить не очень много, поэтому это не как на русском, что я отсюда был и некроса вытаскивал. Как повезет, в общем. Так, окей. Алхимика даже смысла нету смотреть, мы на него уже смотрели. Смотрите, покажу фокус-покус. Как пропадают вещи. И вещей нет. Вот так вот. Пусто. Так, окей. Поехали дальше. Поехали на русский сервер. На русском сервере все печальнее. Ну, пирата я сегодня вам уже показывал. Так, что у нас есть? Кузница. Вот.
Всего лишь 50 штук за большой пак. Ну это смешно. Психощит, посмотрите, сколько стоит. Я -то купил его за 10 баксов. Что там у нас получается? 500 рублей. А тут сколько надо? 8 паков больших. Ради одного. Короче, вот так вот, ребят. Пятая эмблема изворотливости продается. Смешно просто. Поехали сюда. Так, тут у нас есть попыточки. Возможно, вытащим отсюда каких-то героев. Посмотрим на шансы. Но, как обычно, на русском сервере у нас шансы ни о чем. Вот вам русский сервер, почему выгоднее с минимальным донатом играть там на английском, на китайском, без доната играть, чем на русском. Там плюшки намного круче, чем здесь. Хоть и стоит дороже, но вы в разы выигрываете. Что-то одни самики падают. Героями пока не пахнет. Череп. Офигеть. Прям мега. Оу, 5 осколков молтаники. Говорю, молтаники. Огника. Это жесть. Просто смешно. Ну хоть огника вытащили, 5 осколков. Еще один огник. Анубис, нифига себе. Вот это неплохо. Удивили. Пранки. Командора. Ну, хоть Анубиса дали. Хоть что-то на русском еще есть. Сот самов. Вот такое себе. Так, ну еще один Анубис. Ну все, русский сервер удивил однозначно. Возвращаюсь на русский сервер. Так, что у нас тут еще есть? Награды императорская, счастливая. Посмотрим хоть награды, какие у нас есть в счастливом числе. 42 попытки. В принципе, до завтрашнего вечера. Но у нас тут так вот. Видите, целые призы продают. За первое место дают огника. В принципе, довольно-таки неплохо. Ежедневный. Изворотливость. Главный приз акции. Офигеть. Кому она нафиг нужна? Так, ладно, не буду я здесь тратить попытки. Поехали еще на китайский. Ну, немножко сами как подобрали. Ну, целых 10 осколков огника. Неплохо. Так, и Тайванька наша. Так, а тут у нас сегодня повеселее будет. Вот такие вот здесь плюшки. Вот психощит, выживание,
седьмая эмблема изворотливости, это все был бонус за паки, там основной пак я не помню, с чем я собрал. Ну, в общем, здесь рынок даже, посмотрите, вот Командору продают, тоже вольт стоит, по сути, как наш, половина нашего большого пака. Так, что у нас есть тут на рынке? Ну, такое себе, ничего интересного сегодня нет. Восьмой эмблемки продаются. Короче, все как обычно. Так, поехали посмотрим, что у нас по акциям. А, есть кристальный. Я говорю кристальный, блин, что-то заговариваться начал. Коллекционер. После вчерашнего коллекционера еще не отошел. Ну, такое себе. А, так, что у нас тут? Забрать карточки. Нету удвоения, в прошлый раз было. О, хоть карт наберем. Так, поехали, пробежимся еще по акциям. Что тут есть у нас интересное? Так, это что за акция? А, выдать число. Она только сегодня появилась. Ну, в общем, как видите, русский сервер самый какой-то, не знаю, ущербный уже получается. Так, тут 100 осколков, наверное, кого-то это дают. Скорее всего, не отображается. Так, это я... Это тоже за покупку. Вот сейчас увидите разницу, что здесь дают за покупку, а что давали на русском. Ну, хотя мы там вытащили два Анубиса, кучу самого. Вот наших 8 попыток. Вот так вот. Здесь дают на этом сервере очень дофига разных осколков. Так. По-моему, за покупку, если точно, если я не ошибаюсь, потому что мы сами ки не тратили вроде. Так, это талантики. Так, это эмблемки дают. Вот эти плюшки, которые я показывал. Тут не знаю, сейчас зайдем еще глянем здесь. Вот так вот, ребят, такая вот у нас на английском, конечно, самое топовое, что у нас дают сегодня. 50. Они попозже сейчас должны прийти. Так, что у нас есть по плюшкам? А там еще давали бонусом, вот видите, молоточки дают. Вот так вот. Короче, вот так вот, ребят. Не знаю, русский сервер просто. Ну, просто забиваю на него. Он уже стал просто твинком. Все, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.